Площадку нашего двора при школе номер 100, например, ежедневно посещает до 150 человек. Одни приходят поучаствовать в веселых эстафетах, другие – заниматься спортом. Здесь работает сразу несколько секций – это волейбол, баскетбол, шахматы, футбол, гимнастика и вольная борьба. Занятия ведут профессиональные тренеры из городских спортшкол. У меня трое детей и разновозрастные ребятишки, мальчик и две девочки, поэтому как для мальчика, так и для двух девочек здесь всегда вечером можно найти занятия. Сейчас как бы каникулы, это спасает, что все руководители отдыхают, а дети здесь занимаются. Площадки нашего двора работают по вечерам с 5 до 8, когда спадает сильный зной. Сюда могут прийти не только ученики школы, но и дети из соседних дворов и других учебных заведений вне зависимости от возраста. Что касается самой 100-й школы, в этом году для ее учеников подготовили массу интересного. Мы совместно с Центром внешкольной работы в этом году открыли классический балет. Я думаю, что не каждая школа может похвастаться классическим балетом, таким направлением. И нашли руководителя тоже от Центра внешкольной работы по авиамоделированию. Это тоже новое направление, которое позволит развиваться детям именно в техническом плане. Напомню, что в Сочи работает 147 площадок нашего двора. Свою работу они закончат 1 сентября.